Кашу, наверное. Да не, мне не сложно в эфире это сделать. Я без делаю. Не, знаешь, просто я заметила, что сейчас хотя бы более-менее, когда веду эфиры, не выходя, хоть актив, и люди меня видят в ленте. Там 2 часа, все норм. А сейчас туда-сюда выходить не очень. Папуль, привет. Я кашу приготовлю. А хочешь? Это дела уже. Это уже дела. Это то, что мы можем. Нет, я ненавижу сипы. Терпеть не могу. Фу. Конечно, это цифра выше, Пап, потому что что? очень Ничего, много все хорошо. девушек идет. Они Ты будешь кашу? Манную. Нет, конечно. А я буду. Сейчас я тут поставлю. Кстати, манная каша абсолютно бесполезна, да? Сейчас. Надо добавить. Бонжур. Правда, да? Если это так же ужасно, то я теперь со стороны поняла в сравнении. Вау. Сливки, интересно, нормальные? Да, со сливками. Что? Да. Да, нормально. Не знаю. Давай сейчас я поставлю быстренько, чтобы никто не успел собраться. На короткое время. Сейчас проверим. Другие варианты. 20 на 20. И сейчас я на минуту поставлю. Да, видимо. Я поставила на минуту сундук. Давай попробуем, проверим. Может, просто роботы разбирают, не знаю. А, хотя нет, я за вчера получила и сегодня. Ну ладно. Надо его научить. Кокос? Станка, доброе утро. Что это такое? Я для себя делаю, для себя, для себя. Ну, видишь, я уже замечаю сама. А как пробовать, кстати, если не на язычок? Спасибо. Сливки пропали. Сейчас. Ну да, мы очень похожи, у нас манера говорить очень похожа, ну, знаешь. А, это да. Пуще воздушным знаком зодиака, очень. Это есть. Очень много лишней информации. Привет, привет. Ой, что там газом пахнет? Да, она также много говорит, сумбурно очень и бессмысленно. Я научусь.
Так, сахар. Спасибо большое. Спасибо. Я тоже иногда даже останавливаю ее. А ты поэтому сказал, заблокируй, чтобы я отучилась. На самом деле, ты, кстати, еще знаешь, почему? Это смешно. Сейчас, пока я что-то не вижу. Чат. Пап, пап, можешь задать тебе вопрос? Ну, только серьезный, без оскорблений. Ну, пожалуйста, ну серьезно, пап. Ну, у меня тут русскоговорящий, я в эфире, я прошу тебя. Ну. А, мама, как, по-твоему, одевалась? Блин. Ну, серьезно, как? Ну, она вот. Ну, не слышно. Зачем тебе? Ну, как ответить, твое мнение? Ну как, красиво, некрасиво? Не было вкуса. Еще раз что? Малый, да не, я с тобой сказала же в эфире. Ну ладно. Какими-то розочками. Это я помню. Ладно, все, закрыли тему.